Так, есть кто-нибудь? Отзовитесь, пожалуйста. Хорошо, начнем. Сегодня вечером начинается день 3 Тамуза. Я сначала расскажу в истории, что это за день, а потом перейду к нашим событиям. Во-первых, 3 Тамуза, третий день месяца Тамуз. А в этот день шла война между Израилем в глубокой древности и Йошуа бен Нун. По-русски, в русских библиях он называется Иисус Навин, но в английских он называется Джошуа. Навин – это, по-видимому, от слова Нави, пророк. Бен Нун, потому что он сын Нуна. Теперь, он был преемником Моисея. После смерти Моисея он должен был ввести Израиль в землю обетованную и разделить ее. Этим он и занялся. Но на юге он встретил сопротивление хананейских племен, точнее хананейских царей. И шла довольно упорная война. День заканчивался, а ночью невозможно вести войну, темно. И Йошуа сказал: «Солнце в Гивеоне, замолчи, умолкни». Это буквально перевод. Он не сказал «Солнце остановить», он сказал «Солнце умолкни». Объяснение в том, что планеты и звезды, пока они движутся по небосводу, в этом есть музыка. Они поют славу Всевышнему. То есть само движение уже вызывает, когда мы изучаем эти движения в космосе, это целая наука, астрономия или астрология, мы пытаемся ее понять, но как они так точно, аккуратно выполняют свои действия? Все подчиняются высшей силе. Это ангелы, которые полностью подчиняются. Солнце идет по небосводу. И тут необходимо, чтобы оно остановилось на несколько часов. Комментаторы, конечно, спрашивают, как он это сделал. Ведь такое чудо, чтобы солнце остановилось, этого даже рассечение Черного моря, то есть море, по которому шли израильтяне, не сравнить с чудом остановки солнца. Тем не менее, оно как-то так проходит. Но мы остановимся не на самом чуде, мы остановимся на том, чему оно учит. В книгах мудрости Соломона есть такая фраза: «И засияло солнце, и зашло солнце». Ну, подумаешь, солнце засияло, а потом зашло. Мудрецы Талмуда говорят, что здесь содержится тонкий намек. Засияло солнце, прежде чем умер, ушел из этого мира, светило, который освещал своей Торой поколение. Прежде чем он ушел из этого мира, уже засияло
солнце следующего учителя, который будет освещать наш мир. То есть существует солнце, и за ним еще одно солнце, которое тут же осветит мир. То есть есть толкование простое, а есть толкование, которое вызывает особые намеки или внутреннее толкование. Теперь, что мы знаем? Приводится в Талмуде, прежде чем зашло солнце этого мудреца, пришло солнце того мудреца и так далее. Целый список поколений один за другим. Мы знаем из Торы, из Библии, что все держится на цадиках поколений. Тора нам ведет рассказ и рассказывает, что Ноах, Ной, был цадиком в своих поколениях. Значит, в своих. Он жил 10 поколений, 952 года. Получается, что пока жил Ноах, никаких других цадиков не было. Нет, они были, но он был ведущим. При этом говорится в комментарии, что он был в своих поколениях цадиком. Если бы он был в поколении Авраама, он бы не считался никем. Не был бы цадиком. Ну, есть другое толкование, что его надо оценивать, что он был в таких развращенных поколениях, и тем не менее он оставался цадиком. Цадик – это святой человек. Это праведный человек, но праведный – это мало. Это человек, который связан с Богом. А о Ноахе сказано, что он ходил со Всесильным. То есть он был, и Бог ему говорит, я увидел в тебе цадика поколения. Теперь приходит Авраам. Теперь комментатор Раби Авраам Ибн Эзра его зовут. Он жил более 800 лет назад. Он посчитал, что Ноах умер, Аврааму было 58 лет. Как же так? Авраам 58 лет узнает, что Ноах умер, и теперь он является праведником поколения. Как же мы говорим, что если бы Ноах был в поколении Авраама, он бы не считался ни за кого, никем бы был. Должен сказать, что, видите ли, в Библии мировая история не следует политическим деятелям, завоевателям, мировым императорам. Они упоминаются, но главные деятели – это праведники. И знаете, говорят, что историю пишут победители. Что это значит? Тот, кто победил, он и пишет, какие были события, как все происходило. И он пишет так, как ему это угодно. Поэтому правды в обелисках Египта или в вавилонских надписях мы не найдем. Мы найдем какие-то отголоски, но правду писали пророки, которые были уважаемы всем народом, и они писали, народ знал, что они праведные люди, они не обманут, но народ знал, он не читал царские записи, царские летописи, он читал Священное Писание, где описывается история. А в Священном Писании там вещи, которые были известны всему народу. Тут обманывать невозможно. И мы не находим ни одного государственного деятеля Израиля, даже Давид, даже Соломон, который не получил бы критической оценки. Совершил такой грех. Хотя Давид был праведным, но все равно ему вменяется. И Соломону вообще вменяется кое-что.
Хотя в Талмуде говорится, что всякий, кто думает, что Соломон согрешил, не более чем ошибается. Это одно из мнений. Теперь перейдем обратно. Вот интересно, что в вавилонских эпосах я читал книгу современной исследовательницы Стефани Дейли. Она заново перевела вавилонские истории. Там есть история о потопе. Там главный герой потопа Утнапиштим. Она пишет, что это и есть библейский Ной. Но она видит, что в середине эта частица «на», она, возможно, отражает семитское «ноах», потому что они «ха» не умели произносить. И он называется царем, царем многих поколений. В Библии он не называется царем. Но мы можем назвать его царем, раз он спасал человечество. Раз он был лидером поколения, и по сей день его вспоминают, это значит, что он царствовал. Но тогда получается, что он царствовал 58 лет одновременно с Авраамом. Ответ на этот вопрос будет так. Авраам, когда он родился, он еще не сразу был праведником поколения. Он еще развивался. И он стал распространять веру в единого Бога, уже уйдя из Месопотамии и остановившись в Ханаане. Там он построил жертвенник Богу Всемогущему. И в это время ему было 75 лет. Возникает вопрос, что же было с этими годами между 58 и 75. Кстати, число 58 – это гематрия, числовое значение имени Ноах. Нун – это 50, а хет – это 8. И Авраам ибн Эзра, который всегда имел меткое слово, он пишет так. Авраам Авину, наш отец Авраам, бен Ноах, сын 58, то есть сын Ноаха, когда умер Ноах, все, у нас есть на этот расчет. И ответ на этот вопрос строится следующим образом. Пока Ноах жил, все еще он был лидером поколения, он был как бы царем поколения, и Авраам еще не был, он не был в дни Авраама. Когда начинаются дни Авраама, поколение Авраама? Поколение Авраама начинается тогда, когда он начинает учить, он начинает проповедовать свою веру, и к нему собираются люди. Как пишет Маймонид, собрались к нему десятки тысяч людей. И он написал книги, которые до нас не дошли. Получается следующее, что Авраам был лидером поколения после Ноаха. Ну а как же с остальными, например, Шем, сын Ноаха? Или Эйвер, у которого учился Авраам. Это все было при жизни Ноаха, и они были как бы проводниками или же учениками Ноаха. И когда Авраам приносит десятину Малкицедеку, сыну Ноаха, нет, простите, Малкицедеку, царю Иерусалима, то мудрецы говорят, что этот Малкицедек, царь праведности, был никто иной, как сын Ноаха, Шем. То есть он был далеким предком Авраама. И он был коэн, то есть он был священником или жрецом Бога Всевышнего, так написано. То есть он служил одному Богу Всевышнему. И ему Авраам доставил десятину после войны, десятину трофея после войны с четырьмя царями. Теперь, что нас интересует здесь? У нас есть
Шем и Эйвер, которые являются второстепенными, но главным цадиком все-таки является Ноах, и последователем его Авраам, затем идет Ицхак, затем идет Яаков, затем идут другие цадики, Иосиф, Моисей, Чагат, Аарон и так далее. Теперь, когда мы переходим к нашим поколениям, у нас тоже есть, обязательно есть цадик поколения, которого мы знаем или не знаем, но он вершит судьбу. Вот здесь произошло следующее. Династия Шнерсонов, я называю ее династией, ничего страшного в этом нет, это были великие мудрецы, которые в то же время были общественными деятелями. Как Алтер Ребе, его сын Миттл Ребе, и вплоть до нашего поколения. Раби Шолом Довбер Шнерсон, живший, он скончался в 1920 году, он жил уже при советской власти. Сначала он жил при февральской революции, которую он сильно поддерживал морально, призывал евреев помогать, голосовать. Но когда наступила Октябрьская революция, он был очень расстроен. Его спросили, в чем дело. Он сказал, я им не вижу конца. Что значит, он не видит конца? Хасиды рассудили, что эта власть продержится 20 лет, потому что есть предание о Баал Шем Тове, который написал письмо, вложил его в конверт, запечатал и сказал вскрыть его через 20 лет после его смерти. Когда вскрыли, там было описано, были описаны все события этих лет. Поскольку Ребе может видеть на 20 лет вперед как бы одной точке, то они решили, что эта власть продержится 20 лет. Ну, до 1937 года она продержалась. И потом наступила даже новая власть, сталинская чистка. Но он дал оценку тогда, пророчески дал оценку всем троим. Ленина он назвал Ламет по первой букве, Троцкого – Тет, а Сталина – Самх, на букву С. Про Ленина он сказал так, Ламет искренне верит в это дело, то есть он верит в революцию. А Тед Троцкий, он злодей, его выбросят из партии и еще и убьют. Что и произошло на самом деле. А в отношении самых Сталина, он сказал, когда он нужен будет, ему наденут эполеты. Эполеты – это такие погоны, которые носят высшие чины. То есть Сталин стал генералиссимусом, когда он понадобился для войны против Германии. Это была очень жестокая война, война Армагеддона. Но кончил он, когда пытался покончить с евреями. Но это опять длинная история. Я хочу перейти опять к Ребе Шнерсону. Ребе Шнерсон – это на самом деле три Ребе Шнерсона. Они их больше, но они интересны в заметке сноски. Я начну с другого. Маймонид пишет, хотя это не пророчество, это просто такой комментарий на Мишну, что Машиах будет три поколения. Первый Машиах умрет, второй Машиах, Мессия. Его сын будет сидеть на будет царствовать после него 1000 лет. Как это понимать, что он будет царствовать 1000 лет? Но в законах Маймонид этого не пишет. Он пишет о единственном лице и о том, каким мы его должны узнать. Он начинает с того, что в им Яамод Мелах, если восстанет царь, властитель, который
занимается Торой. Да, он пишет, что если восстанет властитель из дома Давидова, то есть он должен быть по происхождению из дома Давидова, занимающийся Торой, писанной и устной, то есть есть Тора написанная, пять книг Моисеевых, а к ним есть еще комментарии. Это остальные пророки, писания и Талмуд, и все книги, которые написаны на протяжении тысяч лет. Не все книги, которые написаны, являются Словом Божьим, но из них можно извлечь многое. А если нет, то этим занимается Машиах. То есть он занимается Торой, как Давид его отец, то есть на очень высоком уровне, всеми областями Торы. Не то, что наши сегодняшние раввины, которые каждый занимается какой-то отдельной областью. Один комментирует Талмуд, другой занимается Галахой и так далее, а третий занимается комментариями на Тору. Есть ученый, такой Бабельский Ребе, который всеми областями занимался и писал, точнее, он говорил, а это записывалось за ним. Это все области Торы. Но интересно, что Маймонид в другом законе пишет, что Мессия должен происходить от царя Давида и от его сына Соломона. У Давида было много сыновей. Причем тут Соломон? Почему именно Соломон? Объяснение довольно простое. Про Соломона рассказывается, что он был высшим мудрецом, то есть премудрым. И это обнаружилось сразу с детства. Еще о нем говорится, что он был мудрее, он познал мудрости больше премудрости Египта. В Египте были свои ученые. Больше премудрости Востока. То есть это обширное знание всех наук того времени. А там были и эзотерические науки, которые мы сегодня не знаем. Он знал все науки, и этим он отличался. Конечно, Давид тоже был ученым в Туптое, но Соломон был ученым во всех областях. И это ожидается также от Мессии нашего времени. Скажу, я провел Ребешнея Сона, скажу так, 65 по 94, 5, более 30 лет, и по-прежнему распаковываю то, что он нам оставил. В изучении я обнаружил следующее. Все вопросы науки он решает в науке и Торе. Он решает без всяких проблем. Что интересно, сколько людей, ученых, не приходили бы к нему, они уходили с большим впечатлением. Я лично присутствовал при выходе после двухчасовой аудиенции в 2 часа ночи Арика Шарона. Тогда он был генералом, а не был премьер-министром. Генералом он был храбрым, его солдаты любили. Он вышел, и мы все сели с ним за один стол. Расскажите нам про Ребе. Он сиял. Но вы же знаете своего Ребе. Да, но мы хотим услышать постороннее мнение. Мы хотели услышать то, чего мы не знаем. Он задумался и сказал: я не знаю, он учился в военной академии или нет. Но он разбирается в вопросах военных, стратегических, не хуже нас.
На самом деле Рэбе тогда предупредил, что линия Бар-Лева, которая проходит по всей длине Синайского полуострова, Усуэцкого канала, ненадежна, и ее можно пробить водой. Потом это было записано в протокол. Ученые, как физики, математики, вообще-то математика – это не одна наука, это множество разных наук, и надо быть ученым в каждой из этих областей. У Рэба был брат, младший брат, который был выдающимся математиком. Он писал свои труды без указания источников. Он сам думал. И когда он умер, молодым еще, Рэба сидел на Фарбренге, на собраниях, недалеко от Рэба самого, сидел профессор математики, кажется, из Колумбийского университета, Пол Розенблюм. Он был хасидом уже многие годы. Рэба его подозвал и спросил, не захочет ли он опубликовать ученый труд одного ученого. Но там не хватает сносок, ссылку на современную литературу. Рэба говорит, я заплачу. Розенблюм, ну, поручение от Рэба он не станет отказываться. Рэба говорит, это мой брат. Он оставил рукописи. Я бы хотел их издать. Вот так. Короче говоря, это математика, химия, медицина. Что было поразительно, у Рэба был инфаркт в 1977 году. Вызвали крупнейших врачей. Он отказался идти в госпиталь. Из Чикаго прибыл врач, совсем еще молодой, 32 года. Но он был крупнейшим кардиологом в мире. Он лечил и короля, и так далее. Всех крупных... Звали этого, зовут его, этого доктора, доктор Вайс. Он успел ходить, находясь у Рэба, он стал хасидом. Он лечил Рэба, находился у него в, как называется, в кабинете, постоянно заходил, и тут же вызвали из Москвы его учителя, который прилетел немедленно из Москвы, значит, посольство американское ему сообщило, что ваш ученик, доктор Айра Вайс, нуждается в вас в связи со здоровьем Рэбе Шнеерсона. Он сидел в это время в Большом театре с министрами, он поднялся и ушел, пытался дозвониться, но все телефоны были сняты, как он сам потом рассказывал в нашем кругу. Он сел в самолет и прилетел, в Лондоне была забастовка, и он, этот великий врач, спал прямо на скамейке. Наконец-то он прилетел в Бруклин. И поделился с одним родственником, раввином, который жил у нас в районе, раввином-талмудистом. Он сказал, ну я не согласен с моим учеником, как он лечит Рэба. Врач должен быть диктатором, а он слушается Рэба. Рэба здесь руководит лечением. Прошло 2 месяца, Рэба выздоровел полностью, пошел домой. И этот Айра Вайс выступал публично в зале, и это выступление передавалось по радио. Я слушал это выступление. Айра Вайс говорит, я лечил королей, властителей мира, сильных мира всего. Но когда их лечишь, у них оказывается, как говорят по-английски, клейфит, глиняные ноги. Они все такие же простые люди, ничем не отличающиеся. А Рэбе, он говорит,
он лечил, он предлагал метод лечения, каким образом надо здесь лечить. Я не знал, что он разбирается в медицине. И он предложил совершенно неортодоксальный, непринятый метод лечения, который я прочитал спустя 6 месяцев в одном германском медицинском журнале. То есть он опередил науку. Сердце – это очень, конечно, важный орган, но Рэбе является сердцем народа. Таким образом, после исцеления, после того, как он выздоровел, мы заметили, что его работа утроилась, а может быть, и учетверилась. Если раньше он принимал ночи напролет, то здесь, сейчас он стоял целый день с утра без секретарей. Секретари стояли рядом, но они не вмешивались. Он раздавал доллары и благословения, и можно было обменяться небольшим разговором, мне нужно благословение на тот и на тот. Он помнил всех людей, которые его посетили. В день к нему могли прийти с утра до вечера, с 11 часов утра до 9-10 вечера, с перерывом небольшим, но могло пройти примерно от 2 до 5 тысяч человек. И он всех понимал, со всеми виделся. Его работа по, значит, когда у него был этот инфаркт, одна женщина ему написала, что вам, наверное, не выдают почту сейчас. Я понимаю, секретари удерживают почту, но мне это очень важно. Он мне отвечает, все письма открываю я сам. Он открывал письма ножницами, никому не давал это делать. Ему предложили машинку, которая сама открывает письма. Что он ответил? Я получаю письма, которые написаны слезами. Как я могу это отдать машинке? Он получал письма почти как президент Соединенных Штатов. А там сидели секретари, которые отвечали, а он отвечал лично. То есть работа была по горлу. Но чем он отличается от всех? Не только общественной деятельностью. Этот человек вмешивался. Сначала он не вмешивался в израильские дела. Но есть письмо от него Давиду Бен-Гуриону в 56-м году. В 56-м году была война в Синае. Бен-Гурион с армией Израиля захватили Синай. Я еще помню, в Советском Союзе были демонстрации «Руки прочь от Синая, от Египта». Простите. «Руки прочь от Египта». Англо-франко-израильская агрессия против Египта. Это все было неправда. Это израильская агрессия, если так ее можно назвать. И Рэбе пишет Бен-Гуриону в том году, оно опубликовано в сборниках писем. Ни в коем случае не слушаться своих, значит, американцев и англичан и не отступать, не отдавать Синай. Потому что, Рэбе подчеркивает, потому что нам придется завоевать его еще раз. Это был 56-й год. В 67-м году, да, Бен-Гурион, конечно, отдал все, он не слушал. Кто-то там свистнул или визгнул, и он сразу отдал. Хотя те, кто наблюдал за президентом Эйзенхауэром, в котором в речи по телевидению, когда он говорил, что Израиль должен уйти. Но те, кто наблюдал, говорили, что это было не искренне. Видно было по нему, что он не имеет это в виду. Теперь в шестидневную войну на 6 дней, да, здесь было нападение на Израиль со всех трех сторон. Иордания, но она была не главным действующим лицом.
Сирия. Точнее, Сирия и Египет тогда были объединенные Арабской Республикой. Каждая имела свое название. Объединенная Арабская Республика Сирия, Объединенная Арабская Республика Египет. Но они напали буквально одновременно с двух сторон. А Иордания ввязалась в войну тоже. Но и Саддам Хусейн из Ирака прислал свои ополчения. То есть он тоже участвовал в этой войне. Ребе выступил тогда, еще накануне войны, что необходимо усилить, поднять кампанию тфилин. Эта кампания началась незадолго до шестидневной войны, за пару месяцев. Он говорил, что они собираются напасть. И для того, чтобы они убоялись, необходимо, чтобы чем больше евреев надели тфилин, филактерии. Филактерия – это наше оружие, секретное оружие. Как? Написано в Торе: «И увидят народы, что имя Бога начертано на тебе, и убоятся тебя». Имя Бога начертано на тебе, говорится в Талмуде, это тфилин головные, которые в голове. Когда началась война, он еще больше велел усилить кампанию тфилин по всему миру. В Австралии надевали, говорили евреи, вы на улице евреев, вы случайно не евреи, евреи, вы хотите помочь Израилю? Хочу, он сразу за кошелек. Нет, нам не нужны ваши деньги, наденьте тфилин, и этим вы поможете Израилю. После войны он объяснил, как это действует. Написано в книге Зогар, что члены колена Рувена и Года побеждали в войне. Почему? Потому что они очень прилежно исполняли заповедь тфилин. И поэтому имя Год – это гимел, далет, 3 и 4. Поэтому у нас на тфилин выгравировано, выдавлено шин с тремя головками, а с другой стороны шин с четырьмя головками. В общем, этим он объяснил, как шла война. Причем интересно, что они, эти вояки, воины из колена Года, они, их убитые противники, их можно было опознать. Они срубали руку и голову одним ударом. Это говорится в Раши, это в Торе написано, в Тарав, Зроа, Авкаткод. Они он будет срывать, это благословение Моисея, будет срывать мышцу, левую мышцу, и темя, то есть голову. То есть в левой руке, там в книге Зоар объясняется, что в левой руке воин держит щит, к нему не поступит, невозможно поступиться, а голова – это главное. Значит, когда они ударяли мечом, они срубали руку с головой вместе, одним ударом. И Ребе объяснил, что в наше время так не ведут войну, но у нас тоже есть защитные войска наступающие, и войска генеральный штаб вверху. То, что случилось в шестидневную войну, израильская авиация разбомбила и уничтожила египетскую и сирийскую авиацию в течение нескольких часов до начала войны, а затем уже шли без сопротивления по пустыне. Израиль завоевал голландские высоты, которые были очень важны для него, потому что на Голландах сидели сирийцы и обстреливали израильские кибуцы. Поэтому аннексировали Голланды уже давно, потому что это очень важный стратегический пункт. А в Синае
Египтяне настолько испугались, что они оставили тысячи, тысячи пар сапог. Они не могли бежать в сапогах. Непривычно для бедуинов. Так об этом и говорилось, что это была война, как колено Реувена и Иуды. Отрубили сразу руку, значит, защитную армию, которая наступает, и голову. Была полная победа. Значит, Ребе участвовал в этой войне, но об этом не говорили. Говорили, что израильская армия справилась. Да, но это была чудесная война. Это не была война обычная. Да, были погибшие, конечно. Много погибших, более тысячи. Но победа была блистательной. И тут же начали говорить о том, что это уже война мессианская. И о Ребе тоже говорили, что он мессия. Но он ответил так. Это было раввину Гутнику из Австралии, который там был главным раввином австралийской армии. Он, кстати, не из Хабада, он учился в литовских ешивах. Он приехал к Ребе и говорит: я объехал весь мир, встречался с величайшими раввинами. И мне пришло в голову, что вы мессия. На что Ребе ответил, что Мессия, Машиах может сделать посланников, то есть эмиссаров, и эта работа, которую должен делать Машиах, может делаться через эмиссаров, а эмиссары, то есть посланники, могут сделать своих посланников. И Ребе добавил, что спаслось 2 миллиона, тогда было 2 миллиона евреев в Израиле, 2 миллиона спаслось, я хочу видеть 2 миллиона рук, голов, которые наденут сюда. Особо важное место это было, особенно важное значение было для тех, кто никогда в жизни не надел тфилин. И сейчас это известная мицва. Ребе много об этом говорил, но видите, с помощью мицвы можно, оказывается, побеждать. Это неудивительно. Нахманит, раввин, который жил 700 лет назад, он имел диспут с христианами, точнее с одним выкрестом. И обсуждалось, кто есть Мессия. Христиане настаивали на том, что Иисус является Мессией. Он ответил: Мессия должен вести войны и побеждать. А какие войны он вел? И ты, король, он обращается к королю с уважением, но король, можешь вести такие войны, как вел Давид? Одним ударом меча пало. От одного удара меча пало столько-то тысяч. Это все было от Бога. Это Всевышний вел. Он только был... Что такие войны ведутся не обычным способом. Конечно, Давид вел очень много войн. Затем ему сказали, что нехорошо. Хотят, чтобы он... Чтобы не угасло око Израиля, простите, да, светоч Израиля, чтобы не угас, чтобы Давид оставался дома, он занимался Торой, а войны должен вести его полководец. Так оно и было. Велись войны, было, конечно, много жертв, но когда пришел к власти Соломон, он вообще завоевывал мир без войны. Кстати, почему Давид не удостоился построить храм в Иерусалиме? Сначала пророк ему говорит: делай, но потом он приходит с посланием от Бога самого, что нет, не ты построишь мне храм,
а твой сын, ты пролил много крови. А Соломон называется Шломо, от слова Шалом, потому что мир будет в его дни, так пророчествовал пророк. Действительно, на протяжении 40 лет правления Соломона не было ни единой войны. Причем не было никакой войны во всем мире. Как это? Представьте себе, рассказывается в Библии, что Соломон закупал в Египте лошадей, коней. И он их продавал царям ассирийским и царям хитейским. Чтобы узнать, где находится хитейское царство, раскопки показали, что они находились в Анатолии, в Турции. Это хетейское царство. Удивительно, что земля хетов была обещана Израилю. Это одно из хананейских племен. Но мы находим, что царь Соломон подавал им коней. Кони – это военные животные. А значит, хетеи ушли из земли Израиля добровольно и поселились в Анатолии и в Малой Азии, знаете. И Соломон поддерживал с ними довольно дружественные отношения. Более того, Соломон имел дружественные отношения с Египтом. Царица Савская, которая, по-видимому, пришла либо из Счастливой Аравии, либо из, по преданиям, из Эфиопии, точнее, из юга Египта. Она пришла к Соломону и была восхищена его мудростью. И об этом сообщается в Библии 11 стихов. Зачем это сообщается? Царю Соломону шли, говорится в Библии, все цари земли, царицы, дочери царей, принцессы. Принцесса египетская стала его женой. То есть она бросила отчий дом фараона, богатый дом, богатая империя Египет, она ушла в иудаизм, потому что по египетским законам это он должен был приехать к ней в Египет и поселиться с ней там. Как мы находим в Библии тоже, что сын царя Эдома Генубат сбежал в Египет и женился на принцессе дочери фараона, но фараон его не отпускал, он держал себя в Египте. Теперь, значит, у Соломона было обширное царство, хотя, ну, говорится в Библии, что он отстроил Пальмиру. Точнее, Пальмира называется Тамруд. Тамруд от слова Тамар. Тамар – это пальма, финиковая пальма. И, ну, еще добавление буквы Далат. Но по-гречески этот город называется Пальмира. Он сейчас был разрушен. Но это так далеко, он находится недалеко от реки Ефрат. То есть царство Соломона простиралось до реки Ефрат. Причем не все земли были аннексированы Синедрионом. Были земли, которые Давид захватил сам, и Синедрион их не одобрил. То есть это были земли, вопрос состоял в том, нужно ли оттуда приносить Бикурим, первые плоды, или нет. Если это не земля Израиля, нужно ли там брать оттуда десятину, неважно сейчас. Но видите, какая была империя, тем не менее, он был посередине, он находился на стыке Азии и Африки. Чтобы идти войной на Ассирию, египетский фараон должен был столкнуться с Израилем. А поскольку у него были дружественные отношения, дочь была в Иерусалиме, он уже не шел на Израиль, и вообще не было никаких войн. Ассирия не завоевывала Египет, хеты
тоже, если Соломон покупал в Египте коней, а Египет был родиной коней, там самые лучшие кони, и они даже по сей день, я говорил с человеком-тренером по коням, который бегает на скачках, он сказал, у нас есть данные о конях, которые происходят из Египта тысячи лет назад, вся родословная известна. Это особые кони, они особо дорого стоят. Так вот, оказывается, что из Египта поставляли коней, и кони эти годились для войны. Когда Соломон покупал в Египте, он точно знал, у него были стойла, где он держал этих коней, они обнаружены, конюшни Соломона, обнаружены в раскопках, но Соломон не продавал просто так, он оценивал. Ты будешь пользоваться этими конями для мирных целей, или ты будешь вести войну. Так что он не всем продавал, не для всяких целей. Это все мессианское царство. Теперь во многих поколениях появлялись личности, которые претендовали на мессианскую роль, Машиах. Есть письма, Маймонид пишет йеменским евреям, это называется «Йеменское послание». У них появился какой-то мессия, который и Торой занимается вроде бы немножко, и в науках следующ. И он говорит, что он мессия, и дает указания, что делать. Он, одно из указаний было, все богатые должны раздать свое имущество бедным. Маймонид пишет, что это не может быть мессия по Торе. Если он говорит раздать все свое имущество бедным, это означает, что если они раздадут имущество, это, кстати, в христианстве тоже такое было, Иисус велел раздавать имущество. Если он раздаст свое имущество, то он станет нищим, и они будут богатыми. Тогда они должны будут ему обратно давать. И так вот все будет вертеться, круговорот. Он будет давать им, они будут давать ему. Так что это не может быть мессией. Он пишет в этом письме, чтобы они его посадили под стражу, потому что если мусульмане в Йемене узнают, они могут сделать облаву на евреев. Но это такой случай неординарный. Были разные люди, которые претендовали на мессианскую роль. Однако во втором веке был такой Бар-Кохба. В Талмуде он называется Бен Козва. Считалось, что это его не настоящее имя, что это неприязненность. Бен Козба значит сын разочарования, сын обмана, потому что он не оправдал свои желания. Но совсем недавно, десятки лет назад, были обнаружены оригиналы писем этого царя Бар-Кохба, который наносил римлянам удар за ударом, они его не могли победить сначала. И его письма подписываются Бен Козба через S, а не через Z. Но поскольку S и Z произносятся почти одинаково, то мудрецы могли его называть Бен Козба. У него была тактика, но интересно, что Маймонид пишет, что все мудрецы считали его мессией, избавителем. Но они потом разочаровались в нем. А Раби Акива продолжал в него верить, точнее ожидать, до самого конца, пока он не погиб.
что это значит. Раби Акива, а он считается в том поколении величайшим мудрецом, и Маймонид пишет, что Раби Акива был великим мудрецом, и он был носителем, оруженосцем, или носителем вещей Бар-Кохба, Бен-Козир, Амелах. Зачем он это делал? Мудрец не имеет права носить вещи незаслуженного человека. Он представляет Тору. Но Раби Акива видел в нем царя, царя-избавителя. И поэтому он должен был показать свое подчинение народу, чтобы народ знал, что ему надо подчиняться. Но когда он погиб, Бар-Кохба, римский полководец не поверил, так сообщается в Талмуде, не поверил, что он погиб. Принесите ему принесли голову Бар-Кохба. Тогда он поверил. Но в Талмуде говорится, что они нашли его тело без головы, и на теле сидела змея, на сердце его. То есть он умер не от римлян, а от змеи. К чему я это все веду? В свое время существовал анекдот, когда объявили, что Любавичский Рэбе Мессия, ходил анекдот литовский, что великий раввин Рош Ешива, Рабби Соловейчик, Прискер, кажется, раввин, ехал как-то в поезде. И в том купе, или же это было не купе, может быть, хотя вряд ли он себе позволял что-нибудь более шикарное, сидел ксёнц. Ксёнц – это католический священник. Сидели другие евреи. И этот ксёнц начал их убеждать, что Иисус был Мессией. Вот ведь ваши мудрецы, он говорит, ошиблись ведь, когда провозгласили Бар-Кохбу Мессии. Рабби Соловейчик, значит, евреи были в замешательстве, они не знали, что ответить на это. Рабби Соловейчик его спрашивает, откуда ты знаешь, что они ошиблись, может быть, он действительно был Мессией? Ну как, он же погиб! Рабби Соловейчик улыбнулся. Что ты мне рассказываешь про Иисуса, он же тоже погиб. Значит, критерий, если он погиб, то есть он не выиграл войну, если он умер своей смертью, это одно дело. Сейчас мы разберемся, в чем дело. Но если он погиб, это значит, что он проиграл войну, то есть что его победили, не он победил, а Мессия, настоящий Мессия, должен побеждать, а не падать. Вот об этом пишет Маймонид. Он переходит в законах царей. Этот раздел у него называется «Законы царей и их войн», или «и войн». Издатели, которые издавали Маймонида в Европе, по-видимому, из опасения перед цензурой, христианской цензурой, они из заголовка опустили слово «и войны». То есть законы царей, а войны они опустили. Зачем? Ну, если будут евреи цари, то они, наверное, начнут войну против христианства. И они не хотели вызывать, наверное, или вообще могли бы запретить издание этих книг, когда появилась книгопечатание. Но в рукописях, находящихся в Йемене или в старинных библиотеках, я видел написано «их войны». Цари, простите, законы царей и войн. И тут в 11 параграфе этого раздела, это почти, вообще-то самый последний раздел,
книг Маймонида, то есть законов Маймонида, там говорится отдельная глава об Иисусе и Мухаммаде. Там написано «Аф» также и «Иешуа», о нем говорит пророк Даниил, о нем уже говорил Даниил, что сильные или развращенные нарушители из народа твоего, из сыновей твоих, то есть из Израиля, поставят над собой пророчество, хазон называется, пророчество, но они споткнутся, упадут. И он продолжает, разве может быть большее падение, большее преткновение, чем это? Все пророки говорили, что Машиах поднимет закон Торы и установит его на высоте. А этот стал причиной того, что закон Торы был уничтожен и опущен до земли. Все пророки говорили, что Машиах, Мессия, избавит народ Израиля. А этот стал причиной унижения народа и изгнания его. Но пути Господни нам неисповедимы. Вот, казалось бы, он был и в результате, благодаря ему, благодаря, то есть, Иешуа, Иисус называет Иешуа, благодаря ему многие народы на далеких островах, во времена Маймонида это еще не было так распространено христианство, но народы на далеких островах, народы с необрезанным сердцем обсуждают Тору, и они уже знают о приближающемся Мессии. Одни толкуют, что были когда-то заповеди, и теперь они отменены. Другие говорят, что эти заповеди на самом деле содержат какие-то большие секреты, и не надо их понимать буквально. Но когда придет настоящий Мессия, они скажут, что наши отцы наши ввели нас в заблуждение, что их предки, их пророки их обманули. Так пишет Маймонид. И он пишет также про этого исмаилитяне, они называют его по имени, то есть Мухаммеда, который тоже распространил веру в единого Бога на основании Торы. Но это все было исковеркано и не так, не совсем так. То есть получается, что они имели роль, мессии они не были, эти двое. Теперь рассмотрим самого Иешуа, Иисуса, как называется. Про Иисуса Маймонид в самом начале пишет, что он вообразил, что будет мессия, будет Машиах. Что значит он вообразил? Я делаю вывод из этого, что Иисус действительно верил в то, что он Мессия. Он не просто пришел обмануть людей, обмануть целый народ. Он считал, что он принесет избавление Израилю. Но не получилось. Он пошел не к тем людям, пошел к Ессеям, пытался их перевоспитать, и там была вакансия. Короче говоря, там был Иоанн Креститель, который был сектантом. Это длинная история, почему у него не получилось. Во всяком случае, он, наверное, не был таким цадиком, который мог бы это осуществить. Он только думал, что это получится.
Так что это был мираж. Но Бар-Кохба тоже претендовал, но он провозгласил себя царем Иудеи. Значит, Иисус был казнен именно потому, что он провозгласил себя царем Иудеи, а для римлян это было неприемлемо. Как это как царь? Мы утверждаем царей, а этот провозгласил себя царем Иудеи. И на табличке было написано «Царь Иудейский». А Иисус, где его повесили. Теперь, а как это было с Бар-Кохбой? Бар-Кохба просто погиб. Но Бар-Кохба был все-таки очень религиозным царем. Из писем, которые сохранились в раскопках, видно, он заказывает для своих солдат четыре растения на Суккот и пишет: из твоего пардеса, из твоего сада выдай столько-то штук петрогов, и остальное я заплачу. Заботился о своих солдатах, чтобы у них было все как надо, по законам Торы. Это был действительно религиозный царь. Переходим к современному времени. Ребе ведет войны, вел войны, и ведет их сейчас. Как же так? Ведет сейчас с помощью тфилин, как мы видим, мезузы. Тфилин во время Второй войны, это Йом-Кипурская война, сразу люди пошли надевать тфилин, но что-то Ребе не призывал. Но он сказал, пусть надевают тфилин, чтобы у них выправились мозги, потому что тфилин надевают на голову, чтобы они могли увидеть правду и не уступать побежденное, завоеванное, не отдавать назад. Это был краткий ответ. Но вообще он предвещал крупную победу. Да, это было на второй день войны, и сразу после Йом-Кипура к нему подошел журналист Гершин Якобсен и спросил, что он говорит по поводу начавшейся войны в Израиле. Тоже с двух сторон, Сирия и Египет, Иордания уже не ввязывалась, и была достаточно шестидневная война. Он ответил, передайте им, этот журналист Якобсен писал в израильских газетах, передайте им сразу же, что победа будет еще больше, чем в шестидневную войну, чтобы они были, значит, не были в депрессии. Главное, чтобы будет еще больше. Но главное, чтобы они не слушали своих друзей, и американцев, и англичан, и не обменяли свою победу на чечевичную похлебку. На чечевичную похлебку, понимаете? Это были его слова, они были опубликованы в Израиле. В то время я слыхал, что Арик Шарон воевал на западной части Синайского полуострова. Была захвачена египетская армия, и ее отпустили, непонятно зачем. Можно же было выторговаться. Короче, Арик Шарон вроде бы звонил, так сообщалось, но это было засекречено с 770 к Ребе, и просил разрешения перейти Суэцкий канал. И Ребе разрешил. Он перешел Суэцкий канал без совета армейских чинов. Они были против, потому что они боялись захватить еще территорию, потом придется разбираться с этим. А он пошел смело. Ребе что сделал? В тех завоеванных местах, по ту сторону Суэцкого канала, под Саидой, как называется это место, привезли по просьбе Ребе туда станки печатные и напечатали книгу Тани с указанием места публикации. То есть это была территория, захваченная Ребе, и она будет фигурировать. Вот у нас есть документ, что
там была, была захвачена территория. Хотя все знают об этом, но историки же могут все отрицать. Теперь на протяжении многих лет, да, как же теперь после ухода Ребе, как мы остаемся, кто же Машиах? Вот здесь Маймонид идет глубже и дает интересное правило. Он говорит про Иисуса, Ешу, Ишуа, он его называет Ишуа. А что произошло после Иисуса? Тора была разрушена до основания. То есть закон Торы, который надо соблюдать, был опущен, растоптан, попран ногами. То есть те ученики Иисуса, которые за ним следовали, они были сектантами, и их даже христиане отвергли. Это были эбиониты, одна секта. Кстати, эбионим называли себя сектанты Кумрана, рукописи Мертвого моря. То есть они существовали до Иисуса. И еще были назареи. Назарея Иисуса называли назарянином, потому что он был либо, потому что он был из Нацарата, из города Нацарат. Назарея – это неправильное произношение. Нацри он называется в еврейских источниках. Либо потому, что лидеры сектантов, этих кумранитов, как называется, сектантов Мертвого моря, Есея, они назывались Нацрей Абрит. Но цей – это хранители закона. То есть они были, возглавляли эти общины и назывались хранителями закона. Хотя у них закон был немножечко исковеркан, но они себя считали хранителями закона. А тут что произошло, что все вот эти сектанты стали из Торы вырезать, это известно из документов, стали вырезать те части, которые им не нравились. Например, законы о царях. Им не нравились эти законы, они их стали вырезать. То есть из Торы они вырезали то, что им не нравилось. И сегодня, в настоящее время, в Ираке существует малюсенькая секта, они называются мандеями. Мандеи. Мандеи по-арамейски, слово мандей означает знающие, слово минда, знание, это гностики. А вот гностики также были сектантами, очень близко связанные с есеями. Но они были настоящие, они уже были настоящими еретиками, ассимилированными эллинами. Что ж получается, что вот эти мандеи, они не признают Иисуса. Точнее, они его признают, но что он был крещен по ошибке. Они признают только Иоанна Крестителя. И у них есть какие-то книги, которые никто не может понять, что там написано. Они сами, наверное, не могут понять. У них нет ни Торы, ни Библии, ни Нового Завета, ничего у них этого нет. Но у них какие-то небылицы есть про основоположника. Значит, своего основателя они называют Яхья по-арабски или по-арамейски Йохана, это значит Иоанн, а по-еврейски это Йоханан. И у них есть в их церкви, или как это называется, синагоге, у них есть небольшая миква, которую они называют Ярдена, то есть Иордан. В ней они окунают, крестят, то, что по-русски называется крещение. То есть они являются наследниками тех избитых сектантов, которые отказались, полностью отошли от Торы и создали свою секту, которая мало чем, почти ничем не называется иудаизмом. И что у них, интересно? Они отмечают воскресение. Значит, воскресенье берется не от Иисуса, празднование первого дня недели. Это берется от более ранних сектантов.
Я боюсь сейчас делать предположение, например, египетская церковь, которая была сильно близка к сектантам и сеям, они празднуют субботу и воскресенье, два дня. Хотя апостол Павел не предписывал язычникам соблюдать субботу. Наоборот, он их отговаривал, потому что не евреям соблюдать субботу нельзя. Это интересно. Но в Египте соблюдается два дня. Они были далеки от Павла. У них была своя теория. Теперь, почему воскресенье? Говорят, что Иисус воскрес в воскресенье. Нет, не в этом дело. А почему тогда не раз в год, а каждую неделю? Дело в том, что ессеи называли себя сынами света. Сынами света называют себя христиане тоже иногда. И, по-видимому, в первый день, если в Торе написано, что в первый день был сотворен свет, по-видимому, этот день, свет для них священный, поэтому, может быть, они праздновали первый день недели. Мы сейчас отошли от темы. Как же все-таки Ребе продолжает? Значит, пишет Маймонид про Иисуса, про Иешу, Иешуа, что после его смерти, он умер, он был убит судом. Дальше он продолжает, что он не принес поднятие Торы на должный уровень, а наоборот, на попрание. То есть, я задался вопросом, когда это произошло, когда это было. Это же было 40 лет спустя, после смерти Иисуса. Храм был разрушен 40 лет спустя после Иисуса, никакого отношения к нему не имеет. Возможно, что каким-то образом сектанты повлияли, они же воевали против Рима, повлияли на войну и повлияли на разрушение храма. Но лично к Иисусу не имел отношения. Разрушили Тору, его ученики, и что еще? Евреям, израильтянам они не принесли избавления, а наоборот, привели к тому, что израильтян разогнали мечом, как пишет Маймонид. Их изгнали из земли Израиля мечом. Я спрашиваю, когда это было? 40 лет спустя. Что же хочет этим сказать Маймонид? Он же не имел никакого отношения к этому. Даже в диспутах есть такое выражение, что он не произвел ни построение храма, а он как раз говорил о том, что разрушьте этот храм, я его построю в три дня. Ну, потом позднейшая интерпретация этих слов, это то, что он сам себя построит, он воскресит себя. Но не в этом же дело, а если бы это было так, так он же мог судье это объяснить, сказать, что я имел в виду свое тело. Попробуйте меня убить, я сам воскресу. Он этого не сказал. То есть, практически, он его не разрушил и не построил, не воздвиг. Но главное здесь вот в чем. Мы смотрим на Иисуса, что произошло после его смерти. Где были все 70 апостолов, которых он разослал проповедовать? Они исчезли. Они разбежались. Даже самые близкие апостолы, Петр, где-то спрятались, испугались, отреклись от него. Однако в наше время Любавичский Ребе разослал тысячи, сейчас говорят, что официальных посланников Ребе есть 4500. Но я знаю, что это не так, их больше. Потому что это только официальные, которые зарегистрированы в реестре и получают поддержку от официальных доноров. Я, например, не зарегистрирован, действую независимо. Хотя у меня есть, конечно, передача, не хочу об этом говорить,
одного из посланников, который мне передал свои полномочия. Но это не важно. И получается, что есть тысячи, может быть, их несколько тысяч больше, которые действуют в разных уголках земного шара. Говорят, что Кока-Кола появляется второй после Хабада, даже на Луне. Теперь получается, что работа продолжается. Но есть одно. Маймонид пишет, что кроме того, что Мессия должен быть ученым, великим ученым, во всех областях Торы, Торы писанной, Торы устной, он еще должен вести войны Господни. Милхамот Ашем. Войны Господни – это что-то не то, что мы понимаем, войны Господни, что он с кем-то воюет, кого-то убивает. Хотя такое тоже возможно, ведь и Давид воевал. И другие цари, Саул тоже воевал и погиб. Значит, Саул не был мессией, потому что он погиб. Значит, если царь погибает и не заканчивает свою миссию, то он погиб, он был убит, он вышел из игры. Но есть еще один момент. Маймонид пишет, что после него, после Иисуса, Тора была разрушена. А ведь мы пророки говорили, что она будет поднята на высоту. Вот здесь получается следующее. Вавилонский ребе оставил тысячи посланников, эмиссаров, которые преподают Тору в различных уголках земли, в различных городах. Говорят, что в России одной есть уже более 100 посланников. Это только в Российской Федерации. Есть же еще посланники и в Украине, в Белоруссии, в Средней Азии, в различных городах. То есть они все рассчитаны здесь. Но, Ребе сказал кому-то, вести войны надо самому. Вот я припоминаю одну деталь. Ребе в Париже он изучал электрические науки. А в Америке он устроился на работу в американское военное ведомство, то есть военный флот. В 99 году я был на конференции религиозных ученых во Флориде в декабре 99 года, и там раввин Липски нам рассказал, что он запросил в морском ведомстве, значит, Navy, какие труды, какие открытия запатентованы Раби Шнейерсоном. Просто Шнейерсон, для них он же просто ученый. И он получил письменный ответ. Мы не можем раскрыть эту тайну, наверное, 50 лет. Мы не можем раскрыть эту тайну, потому что она по-прежнему засекречена. На этом принципе строятся самолеты-невидимки. То есть это был ученый высокого ранга. Зачем он для американской Navy работал, получал зарплату? Говорили мне, что он и по сей день, то есть на протяжении всей жизни, получает за патенты, которые он запатентовал. Ему, когда пользуются его патентами, ему присылают чек. То есть он получал, как нам стало известно, $75 в неделю, который ему оставил его предыдущий ребе. Это за издательство. За ребе он не получал денег, хотя мы посылали ему на его личные расходы.
Но он это все, оказывается, складывал в копилку и отправлял на определенные учреждения, институты. Себе ничего не брал, но главное, что это были его деньги. Мы ему давали лично. Но это было даже неизвестно. Мы давали, те, кто давал, давал. Кто не давал, не давал. Мы никого не требовали, не просили. Теперь получается так, что Ребе продолжает. Значит, он уже тогда построил военный корабль для Америки. Для чего? Для того, чтобы воевать против Гитлера. Этот военный корабль использовался в войне. И, может быть, это был не один корабль, может быть, его копировали. В этом я не сведущий. Значит, он уже тогда вел войну, но, правда, он вел ее не на поле боя, не в качестве генерала, куда бы его все равно не взяли. Но он работал техникой, которая гораздо, оказывается, ценнее, чем генералы и солдаты. Может быть, ну, в смысле, солдаты выполняют свою роль, но без них не будет войны, но такой корабль очень ценен. А мы знаем, что во время Второй мировой войны японские камикадзе, они уничтожали американские корабли, которые несли на себе танки и вооружение, точнее не только танки, самолеты они везли на себе. Камикадзе бросались на американские корабли, самолеты, и погибали эти летчики вместе с кораблем, но американцы теряли корабль за кораблем, за кораблем. И война была бы проиграна, потому что корабль содержал много самолетов и много пехоты. Но не хочу это оправдывать, конечно, но американцам пришлось бы бросить ядерную бомбу, две ядерные, не ядерную, а атомную бомбу на Японию, что и тогда война кончилась. Идем дальше. Что мы видим? Что Ребе ведет войну даже сейчас. Война в Персидском заливе началась в 91 году. Ребе аккуратно и постоянно поддерживал эту войну своими речами. Но он предсказал, что война кончится на Пурим. И все обсуждали это по радио в Израиле, по радио и телевидению. Война кончится на Пурим. И действительно, на Пурим Саддам Хусейн отступил из Кувейта, война кончилась, и дети в Израиле распаковали маски, которые были против химического оружия. Но Ребе говорил, что маски не брать, они не понадобятся, потому что не будет химии. И так и не было химии, хотя Ирак обладал химией, постоянно гибли сотни людей в Иране, когда шла война между Ираком и Ираном. Война закончилась, Саддам отступил, и вроде бы спокойно. Это было в Пурим в четверг. А в субботу Ребе опять начинает говорить о том, что надо закончить эту войну, надо избавиться от Саддама, и благословляет американское правительство, которое хорошо относится к народу Израиля, и которые борются за справедливость во всем мире, чтобы они закончили войну против Саддама. Но вечером и после субботы он просил эту речь, эту часть, не публиковать. Почему он не сказал? Сказал, что есть еще видение для пророчества, время для видения, осуществления. Тогда записали эту речь полностью и оставили ее неопубликованной. Но в 2002 году, когда Ребе уже ушел от нас, был невидим, они опубликовали синопсис, то есть 4 или 5 строчек этой длинной речи, которая продолжалась минут 20. И было опубликовано это в интернете. Это один мой знакомый опубликовал это.
на сайте MS News, который сегодня уже не существует, и один еврей во Флориде подошел к президенту Бушу-младшему и сказал, подал ему руку и говорит: «Ивавичский Рэбе призывает вас атаковать Саддама Хусейна». Но мы знаем, и разведка подтверждает, что Саддам Хусейн не имел отношения к событиям 11 сентября. Это было его нападение, это было Аль-Каида. А сам Саддам Хусейн сидел мирно и наблюдал, что будет дальше. В 2002 году и уже не было 11 сентября. Но Бушу это очень понравилось, напасть на Саддама Хусейна и его уничтожить. Это было незаконченно. Короче говоря, потребовали от него дать комиссии пройти и посмотреть, что у него есть, ядерное или химическое оружие. Он не согласился, пришлось напасть на него. И он был схвачен живьем и казнен в тот самый день, который он предполагал сделать своим праздником. День, когда Навуходоносор, царь Вавилона, осадил Иерусалим. То есть он этот день считал, он себя считал реинкарнацией Навуходоносора. Потому что мы видим, что войны идут и после кончины Ребе. Война с Ираком закончилась. Там хоть и хаос, но разделился, Ирак разделился на курдов, на шиитов, на суннитов. Но, во всяком случае, там идет демократия, они все как-то голосуют. И они не против Израиля, они ничего не делают. Даже коронавирус сейчас как-то в Ираке не был. В Иране – да, в Ираке – нет. Теперь он ведет войну против иранского царя, то есть персидского царя. Там погибают главные генералы, там заражена страна коронавирусом. Очень много людей умирает, они стоят твердо на своем. И более того, Иран сейчас в таком упадке, что он не может поднять свою экономику. Зачем кормить людей? Он не может продавать свою нефть. Во-первых, цены на нефть упали, а во-вторых, санкции, он не может вывести ее, он не может покупать современное оружие. Но есть, правда, те, кто ему продает, там, Китай, еще кто-то, но это не то оружие, которое действительно бьет по цели и годится. Так что аятоллы там в затруднениях. Но вернемся к Ребе. Что значит, что он управляет делами с того света? Как это может быть? Ушел человек? Ушел. Мы не видим физической силы, которая действует на суде. Вот что он сам сказал о себе. Во-первых, в 91 году, 28-го Нисана, Ребе выступил с неожиданной речью. Было поздно вечером. Он приехал с... И он говорил о приходе Машиаха, почти как всегда. И вдруг он перешел на высокие ноты. И возможно, что Машиах не придет сегодня, и завтра не придет. Послезавтра я все сделал, все, что мог. Но Машиах, если не пришел, он обратился к собравшимся. И пусть найдутся среди вас 1, 2, 3, 10 человек, которые заупрямятся и приведут Машиаха в Пуэл Мамаш, в действие. Пусть начнутся и сразу же начнутся вещаться, как и что делать, и пусть приведут Машиаха в буквальном смысле. Что Ребе имел в виду? Что он,
что мы можем сделать такого, чего не может сделать он, и почему он не сказал нам, что конкретно надо делать. Тема Машиаха сейчас приобрела серьезную огласку. Ребе сам говорит, но если бы я это сказал, что надо привести Машиаха, то люди бы смеялись. Ребе сказал, вполне серьезно говорит. Собрались, совещание, и было высказано мнение, что есть одна вещь, которую Ребе может, но неприлично. Ребе делает такие чудеса. Победа над Саддамом Хусейном. Разбил Ирак, поставил его на колени. И все это делает Ребе на основании того, что написано в Торе. Люди не знают связи между Ребе и этими событиями. Ребе предсказал, что не будет газовой атаки, что нечего бояться. И люди видели действительно чудеса. В Израиле не было жертв. Если были жертвы, то это только от разрыва сердца, потому что люди не верили Ребе и думали, что вот-вот скад упадет на меня на голову, и от этого человек умирал. Заходил в бомбоубежище и умирал. То есть отдельные лица, один человек погиб, Нью-Йорк Таймс сообщал, что были еще сердечные припадки, но о них ничего не известно. Как будто никакой связи с этим, с этой войной не было. Но мы молчим, никто из нас ничего про Ребе не говорит. Почему? Не было указания. Ну а где же твоя голова? Вот теперь Ребе просит, сделайте что-нибудь. Он не говорит, что делать, почему он не говорит. Потому что если он нам скажет, пойдите распространите весточку, что я Машиах, это будет он делать, а не мы. То есть получается, что мы вообще ничего без него не можем делать. Был запрос из Австралии, по-моему, это опять Равин Гутман. Что я должен делать? Я бы на него рассердился. Учить Тору. Исполнять заповеди в большем усердии. Да. Короче, оттуда появились запросы. Не запросы, а всякие рекламные записки. Были те, кто хотел помешать этим рекламам. Им было стыдно. В рекламных записках было написано «Барух Аба Мелех Машиах» – «Благословен ведущий король или властелин Машиах» – четыре слова, и портрет Ребе посередине. То есть, как будто бы это он говорит «Благословен ведущий», и как будто бы это написано в его честь. Но те, кто хотел понять, они поняли. От самого Ребе я услышал следующее. Что делать, когда тебя забирают в мир иной? Предыдущий Ребе дал обет. Обет. Обет надо выполнять. Это обещание, священное обещание. Что он не войдет в рай, пока не выполнит свою миссию и не приведет Машиаха. Что сделали в раю? Расширили рай, и Ребе поневоле оказался в раю. Что значит, что он оказался в раю? В раю хорошо. Он не имеет контакта с нашим никчемным миром. Он ушел от нас. Он не испытывает наших страданий. Когда мне болит, тогда он с нами, и ему тоже больно. Потому что ему больно за все наши болячки. Оставлять нас он не хотел. И теперь, когда он находится в раю, наши страдания для него – это плач ребенка, у которого отобрали фантик или конфетку. Ничего страшного.
Ребенок-то плачет, конечно, потому что у него более высоких постижений нет. Это он понимает, как счастье иметь конфетку. Но для Ребе, он говорит, он не покинет нас, он не покинет этот мир, он останется в нашем мире. Вот это уже вопрос. Как он останется в нашем мире? Ходит к нему на могилу, ну и что? Могила-то не содержит души. Нет, она содержит душу нефеш. Это целая теория. Все другие четыре души поднялись вверх, а эта нефеш привязана к телу, к земле. И она по-прежнему в нашем мире. Хорошо, это уже теология, философия, каббала настоящая. Но дать обет, обет можно аннулировать. Собрать можно три человека, три раввина или целых 10 и признаться, вот я сделал обет, обещание, и я сожалею об этом. Зачем я это сделал? У меня там такие причины, аннулируйте этот обет. Ребе сказал тогда удивительную вещь, что для этого помогает, если сделать обет на усмотрение многих. На усмотрение многих. То есть, если эти многие не согласятся аннулировать этот обет, его нельзя аннулировать, и в верхней канцелярии, в высшем суде невозможно человека освободить от этих клятв или от этих обетов. Значит, пока есть в этом мире 10 человек, которые кричат «Ехи Адонейну», да здравствует наш Господин, Морейну Варабейну, наш наставник, наш учитель, Мелеха Машиах, король Машиах, Лаолам Ваэд, во веки веков, во веки вечные, то его не могут ангелы забрать в рай, потому что он привязан к нам. Он нам нужен здесь. Да здравствуй, пусть живет. Интересно, что Ехи а-Мелех Ребе сам провозгласил. Как это было? В Библии есть стих, по-моему, это книга царей, первая книга царей, где народ провозглашает «Ехи а-Мелех Давид, да живет», то есть да здравствует Давид, царь Давид во веки вечные. И Ребе объяснил, что надо говорить эти слова о предыдущем Ребе, потому что когда мы это говорим, это благословение прибавляет ему жизни. А жизнь у него – это подъем, духовный подъем народа. То есть говорили о предыдущем Ребе. И сейчас, когда говорят, я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто думает, что имеется в виду предыдущий Ребе, но это окончательно, это известно, что он думает, большинство думает, что речь идет о нашем Ребе, теперь. То есть мы провозглашаем, что он есть и он живет с нами. Если кто-нибудь из вас замечает какие-нибудь чудеса, я вам скажу, что приобрело распространение, новые, а старинные обычаи, отправлять записку Ребе в его книги. Это было всегда, пока были Ребе, когда были Алтер-Ребе. Алтер-Ребе на могильном камне написано «Машиах Ашем», «Мессия Божий». А в более поздние времена, конечно, использовались книги Ребе. Значит, на самом деле, те, кто восставал против этого, говорили, что Любавичи гадают. Это нечистое занятие – гадать.
На самом деле, в Шулхан Арухе есть закон, что на Торе можно гадать, потому что это наша жизнь. Это не нечистое. Более того, в Талмуде рассказывается, что спрашивали у ребенка: скажи мне, какой стих ты сегодня заучил? И этот стих, который он произносил, был пророчеством, малым пророчеством. Сейчас получило распространение запросы, было опубликовано сейчас около 30 томов писем Рэба, ответов. Но это далеко не все, потому что там освещается только до 60-х годов, а не дальше. То есть существуют письма Рэба, и когда просили разрешения, секретарь просил разрешения опубликовать хотя бы некоторые из писем, Рэба согласился, он не ожидал, что Рэба согласится. И следующий вопрос Рэба спросил, когда было опубликовано: а они изучают эти книги, получается, что напрасно трудились? И секретарь замялся, он не знал, что ответить. Рэба сказал: ну, то есть что-то в таком роде, что наступит время, когда будут изучать. Сейчас любой вопрос, который обращается к Рэбе, пишут записку и вкладывают в саму книгу. В большинстве случаев получается четкий ответ не в бровь, а в глаз. Рэбе как будто бы сам отвечает. И, а если нет ответа, значит, ни ответа не должно быть. Вопрос неправильно задан или задан не тому человеку, которому надо. Мне один человек из нашего круга задал вопрос: ну что это за гадание? Это же прямо... Я ему рассказал историю. В Гора-парке, где живут многие хасиды, на них хаббатского полка, один человек с песнями возмутился. Как это можно гадать по книгам? И он сам решил положить записку и спросить, как можно гадать по книгам. Вышел ответ, то есть загадочная страница ответила так. Ребе Рашаб, то есть это два поколения назад, однажды сказал, это известная история: я ухожу в небо, а к собим письмена я оставляю вам. Здесь Рэба объясняет, что ксовим это письмена, которые Рэба написал, это и есть сам Рэба. Ничего другого нет, кроме его, он вложил себя в свои письмена, которые он написал. Что это такое? В Талмуде говорится, что Всевышний Бог вложил в себя в Тору. А слово «анохи» – «я» – это слово расшифровывается по-арамейски и по-древнегрецки. «Ана ктавит егавит». «Ана напши егавит». Тавит и говорит: я свою душу записал и отдал. То есть Бог свою душу, как бы себя самого, записал в Тору и отдал нам. Пожалуйста, она ваша. Учите, изучайте, толкуйте. То есть практически письмена Рэбе – это он сам. Мы спрашиваем, не гадаем по письмам. Если это Рэбе не пишет, это ясно. Мы не гадаем по письмам, а это он нам сам отвечает. Тот пришел чуть ли не в замешательство. Прямо ответ не в бровь, а в глаз. Вот такие ответы получаются очень многие. Люди спрашивают насчет бизнеса, насчет здоровья. Главным образом, если человек не здоров, не дай Бог. По разным причинам, куда поехать, и получают ответы. Но рекомендуется, Рэбе сказал, чтобы не полагались на себя, чтобы спрашивали у раввинов.
интимные вопросы задавать одному раввину, а он переговорит это с двумя другими раввинами. Так что Ребе не рекомендовал закладывать записки в его книги. Он рекомендовал советоваться с раввинами, советоваться с адвокатами, советоваться с профессиональными врачами или друзьями семьи, которые могут вынести точный приговор. Но когда его спросили, что он оставляет нас на местных раввинах, которые существуют сегодня во всем мире, он ответил: нет, не оставляю. Он будет продолжать. Это было в 1988 году. Прошло еще, значит, 4 года, когда был первый срок. Потом еще 2 года, когда ответы были короткие, но были ответы. И на сегодняшний день он продолжает эту работу, и мы видим ростки Мессии. То есть мы приближаемся к тому, что евреи освобождаются во всем мире, становятся все свободнее, и вскоре, совсем в скором будущем, вся территория Иудеи, Самарии, короче, Израиля будет подарена на еврейскому народу, и в конце концов храм на горе. Кстати, кто должен построить храм? Маймонид пишет, что храм, он, если он построит храм на своем месте, то это Машиах определенно, Машиах Вадай. То есть раньше, если только он начал свою работу, но не закончил, то это Мессия Бехескет Машиах, он имеет статус Мессии. Но он же может погибнуть или может не закончить. Если он не доделал до такого уровня, то он считается Бехескет Машиах, он не был неудачником. Это был Мессия, сын Иосифа. Иосиф это тоже мессианская фигура. Однако теперь, значит, мы ожидаем, чтобы храм был перенесен на Храмовую гору. Ребе, однако, приводит совсем другое толкование. Маймонид пишет, что он построит храм на своем месте. На каком своем месте? Ребе объясняет, что в Талмуде говорится, что я буду у них малым святилищем, Мигдаш Меад, а Маймонид не пишет храм, он пишет святилище. То он построит святилище, это на своем месте. Дом нашего учителя в Вавилоне, говорят мудрецы в Талмуде, это и есть Мигдаш Меад, это и есть малое святилище. То есть 770 синагога в 770 Eastern Parkway является малым святилищем, и ее придется поднять. Ну, современными машинами можно поднять, но, возможно, она поплывет по облакам чудесным образом. Главное, что этот 770, здание 770, в котором Ребе молился, изучал Тору, делал прозрение, оно перенесется и станет частью храма в Иерусалиме. Другие синагоги тоже перенесутся, но они перенесутся не на место храма, они перенесутся... В Негеве будут синагоги, в Хайфе, в Тель-Авиве, везде, где все синагоги из Америки, России и так далее. Все переедет. И Маймонид пишет также, что он соберет, Мессия соберет рассеянных изгнанников Израиля. Об этом написано в пророчествах. Что он приведет, скажу я, северу отдам, скажу я, югу не удерживай. Соберу вас со всех краев земли. Это пророчество, и Маймонид постановляет по этим пророчествам. Получается, что Ребе еще должен делать эту работу. Если мы присмотримся поглубже, он эту работу делает сейчас. Евреев собирают, значит, приезжает, допустим, шалиах, посланник, эмиссар Ребе,
какой-нибудь город, зажигает там ханукальную менору особого образца с прямыми, ветвями. Собираются зеваки, люди вокруг, спрашивают, что это такое? Это ханука. Мы празднуем хануку в честь великой победы наших предков над притеснителями из Явана. Яван – это Греция. И вот так люди начинают знакомиться с иудаизмом. То есть они собираются по одному, как говорит пророк. Вы будете собраны по одному дом Израиля. А Маймонид пишет прямо. Обещала Тора. Если Тора обещала, то это должно исполниться. Обещала Тора, что в конце Галута, в конце изгнания, евреи и Израиль сделают чуву, то есть раскаются, и Всевышний соберет их из четырех краев земли. Что значит, они сделают чуву? И обещал, он их обещал собрать. Как можно предсказать 3000 лет назад, более 3000 лет назад, что еврейский народ будет существовать 3000 лет спустя, ведь многие народы ушли в прошлое, их нет. Они, даже истории не осталось. А тут еврейский народ сохранился, но те злодеи, которые в нем есть, они раскаются и они будут настоящие вернуться в иудаизм. Значит, чува уже происходит, массовое движение, но этого недостаточно. Они должны учиться еще. Если человек раскаялся в прошлых грехах, он становится цадиком. Но он, видя этот багаж грехов остался, его надо исправить. Это уже вторая, другая работа. Рэбе говорит, что евреи уже сделали чуву. Я лично на это смотрю так. Что значит сделали чуву? Ну да, были люди, которые грешили, которые делали революции, которые переворачивали мир. Сейчас таких нет. Люди понимают, что революция – это пустое дело. Ничего лучше, новые правители не будут лучше старых. Наоборот, будет хуже. Ну что? Они ищут чего-то духовного. Им чего-то не хватает. Вот это и есть возвращение к чуве. Эту работу за нас уже сделал Рэбе, конечно, при помощи посланников, но они продолжают работать и становятся все больше в геометрической прогрессии. Было 2000, сейчас может быть 4000, 4500. А есть еще масса посланников в Израиле, во всем мире, которые даже не являются официальными посланниками, просто выполняют работу. Все, мы задержались. У нас прошло почти 2 часа. На этом я подвожу итог. Я надеюсь, что сейчас, когда я завершу прямой эфир, вы сможете его прокручивать и прослушивать. Через некоторое время, не знаю через сколько, но это не сразу дается, завершить прямой эфир. До свидания, до следующей, надеюсь, следующей недели.